Дождь стал одной из причин нескольких дорожно-транспортных происшествий в минувшие сутки. Одно из них зарегистрировано на Ташкентской трассе возле Тойханы-Керемет. Здесь водитель автомашины Volkswagen Passat сбил мужчину. Я проехал после удара всего метр, скорость была небольшой. Вот здесь я ударил, а здесь остановился. Далеко не проезжал. Пострадавший от удара автомашины скончался на месте происшествия. Volkswagen полицейские на эвакуаторе доставили на штрафную стоянку, а погибшего мужчину на специальной автомашине в морг. Вечером примерно в 9:40 на пульт 102 поступило сообщение о том, что на улице Ахунбабаева автомашина Volkswagen Passat сбила неизвестного мужчину азиатской национальности. Пострадавший скончался на месте происшествия. Сейчас по данному факту ведется расследование. Еще одно ДТП произошло на углу улиц Аскарова и проспекта Республики. Здесь в аварии пострадали автомобили Opel Vectra и Volkswagen Passat. К счастью, в происшествии никто не пострадал, но автомашины получили серьезный материальный ущерб. Но к полицейским участники аварии обращаться не стали, решив между собой вопрос компенсации материального ущерба. Очередное сообщение об аварии на пульт 102 поступило примерно в половину 10-го. На улице Кушерова столкнулись легковая автомашина Opel и джип Mitsubishi Montero. В столкновении Mitsubishi получил незначительные повреждения, ущерб, который понес Opel, значительно существенный. Сейчас подробности этой аварии, кто возместит ущерб, выясняют дознаватели дорожно-патрульной полиции.